Так, это всем привет. Я сейчас в матери, значит, нахожусь. И вот у нее скоро, значит, будет ремонтироваться ванна. И я хотел заснять, что было и что будет. Ну вот туалет, он уже делался, наверное, отремонтировался что-то очень давно, лет назад, не знаю, чуть ли не 20. А вот ванна, она еще дольше, то есть без ремонта. Тут вот дверь, она даже тогда кто-то вот обклеивал, когда ремонт был, ее чисто пленочкой, чтобы она снаружи хотя бы то выглядела чуть-чуть там получше, потому что то сделался ремонт это в коридоре. Вот тут даже вот арочка такая вот. В общем, это туалет. Ну, он уже тут как бы так-то вроде бы в целом все хорошо. Но когда-то в скорости его тоже бы, то есть, ну, по идее бы делать бы ремонт бы, то есть, необходимо. Но тут плиточка еще хорошая. И сам унитаз, и тут дверь. Шикарная, даже можно сказать. Так, вот, теперь, собственно, ванна. Ванна, она выглядит как-то так. Тут, конечно, у нее всяких этих, значит, всяких тазиков. Вот плиточка... Она уже, ну, вот так потреснулась. Тут тоже порог уже. Тут, в общем, дверь. А, вот этот вот. Ну, тут коробочка тоже уже вся такая. Светильник. Значит, потолок. Он из такой, значит, пенопластовой, значит, плитки. Он уже весь грязный. Тут висел шкафчик, но тут эту плитку... Она еще такая, какая-то вот небольшая. Новая, значит, плиточка, она, наверное, это вдвое, наверное, длиннее, чем вот это вот. Ну и еще немножко как-то так пошире, наверное. Ну, швы, вот прям, вот как сам делали швы. Швы, конечно же, то есть замазаны были очень, то есть негодно, как бы изначально даже. И вот такие черные штуки. Ну, смеситель относительно не старый, но он такой не... из особо-то и дорогих, учитывая, что я вижу какие-то вот уже его часто здесь что-то там откручивали, он уже весь тут покосился, конечно же, но уже мать купила там новый смеситель, кстати, фирма, значит, Миларда, фирма, то есть Миларда, вот у нового смесителя, это вот немножечко филиал какой-то фирмы хорошей, значит, питерской Иддис. Ну, вот тут мы тогда, помню, это делали как бы еще, то есть не с батей, когда он был еще живой, такая вот, вот загородили такими двумя вот панельными, то есть кусками, потому что там что-то было с плиткой, что ли, я уж не помню, что, в общем. Вот, зеркальце такое, это все старое, но этот тюльпанчик обычный, без шкафчика снизу. Трубы. В общем, вот это старая, конечно, уже труба, это будет меняться, потому что купили новый еще полотенцесушитель новый. Ну, в общем, эта ванна, конечно, уже, то есть, ну, требует, то есть, ремонта. Вот тут, конечно, две вот эти вот, два скола, но это ванна стальная. Даже не два скола, там, а три скола. Это было с самого сначала, когда-то отец еще, значит, там при установке этой ванны вот немножко повредил. Ну, в общем, ванна как-то так, такая ванна. Уже вся вот такая, что не очень. Розеточка. Стиралка, она относительно еще... То есть такая вот свеженькая. Ну, то есть, наверное, то, что то есть не будет здесь вот меняться, это, наверное, вот стиралка. Стиралка фирмы Indesit. Насколько? На 6 килограммов. Ей может быть стиралки года, может так 3-4 от силы. Вот. И сейчас, кстати, могу заодно показать, выключу, Ивана. Сейчас могу еще показать,
что уже тут вот накупилось? Значит, уже мы все практически с матерью. Ну, это она, то есть, так в основном все она покупает. Я имею в виду, я, то есть, немножечко что-то, значит, ну, там, ну, что привезти, просто что-то помочь, так вот загрузить. Она купила, значит, плиточку уже. Плитка. Сейчас я постараюсь показать, какая плитка, кстати говоря, белорусская. А, ну вот это вот декор. Она вся светлая. Вся светленькая на плитка. Но вот это вот именно будет несколько вот плиточек в середине. Это такой вот декорчик, в общем. Декор. Так. А сама плитка такая вот светленькая. Светленькая плиточка, в общем. Единственное, что, то есть, не привезли вот дверь еще, но она заказала. В общем, тут шкафы. А, кстати, вот Миларда, это вот, это смеситель. Ну, тут, ладно, я, наверное, вытаскивать его, это смысла особо сильного нету. Новый смеситель. Это тут снизу стоят, это вот шкафы, это будет, значит, там тумба с тюльпаном. Снизу будет тумба и сверху будет шкаф. Это сушилка. Это что, полотенцесушитель из нержавеющей стали. Сейчас я покажу просто основную часть смесителя. Он будет один, то есть некоторые ставят два, то есть на раковину и то есть на ванну. Но мать, так же как и я, в принципе, она за один смеситель. Вот там еще гусак. Все остальное тут еще. Ладно. Тюльпан. Это сама раковина. Ну, там ничего особенного, в принципе. И сейчас я еще это покажу. Именно ванна. Именно стальная ванна. Она решила, что стальная, то есть лучше, а не акриловая. Но стальная ванна, вот мы ее тащили, она тяжеленькая. Но она, конечно, так покрепче. То есть ее как-то повредить, то есть не получится уже. И вот, значит, это снизу ванны будут такие шумоизоляционные, вот три или сколько там, четыре, вот такие вот накладочки. Штука, я считаю, что полезная. Ну, четыре, да. Четыре такие накладки. Ванна, она, конечно же, светлая вроде как, насколько я помню. Да, белая, тут отсюда плохо видно. Да, она беленькая. Ну, это я уже сниму, как она будет уже, то есть когда уже, это уже, скажем так, там сделать ремонт, я еще раз все это сниму. И как она получилась, чем лучше, то есть, ну, того, что было. Вот насколько это самое шлака от старой ванны я хотел. О, да. Жена, а ты в садик, да? Да. Вот неожиданно. Ну ладно, пока-пока. А, на собрание. Занятие, потом на собрание, поэтому я там... А, занятие ты имеешь в виду? А, еще вести эту лужайку же надо еще. Я лужайку, потом на собрание. А, понял, ладно, ладно. Тогда я там, да, хорошо. Жена пошла в садик, сам за мелки. Ну вот, вот на старой ванна. Это все это влезло в соболь. И вот этот шлак, шлака до хрена, конечно, вот этих мешков. Это старая плитка с пола, там еще кирпичи, еще с под ванны. Отец тогда ставил, значит, ванну еще на кирпичи. Короче говоря, пипец, мы сейчас замахались с Серегой. Вон таскать соболь. О, Сереж. Соболь твой хоть засниму, Серега. Какой он у тебя, это, пятнистый? Нет, тюльпанчик. Ну давай, вот. Ну что там, Серж? А, да, я еще хотел вот показать. Они уже тут начали. Это ребята с
ремонтом. В общем, я хочу показать, как они защитили от, значит, мусорного, от всей вот этой вот пыли, защитили эту самую квартиру, ну вот матери. Снизу, значит, они сделали, значит, постелили коробки. Вот прям на входе, это вот как бы самый вход. Вот это вход, то есть на улицу, ну скажем так, на эту самую там, площадку подъезд. Вот эта дверь. Они, короче говоря, все стены тут закрыли вот целлофаном. Это чтобы она проходить вот так вот, то есть надо делать, идти там назад дальше. Также еще потолок. Они, потому что, значит, потолок здесь этот, значит, натяжной, в общем. И чтобы его как бы, то есть не испачкать там от всей, скажем так, пыли, они тут тоже такой вот тоненькой вот пленочкой, значит, залепили, закрыли. Ну и как бы, соответственно, все стены, то есть вокруг, вот шкаф. Если что-то нужно, то есть куда-то подлезть, то они делают вот так вот, чтобы, то есть можно было бы подлезть. И также, ну там уже особо, то есть не заделали, потому что здесь как бы оно, то есть, ну вот, скажем так, получился, то есть такой, как бы шлюз, ну такой как бы чисто предбанник, в общем. Вот, это уже коридор, то есть дальше. И здесь тоже это самый вход в зал, тоже самое, скажем так, закрыли. В зале у них тут типа как вот раздевалочка, ихний стол там, это самое, с чайничком, то есть как бы они здесь кушают, отдыхают, куча чего. И тут вот дальше в коридоре как бы то же самое. Вот, как бы, то есть ванна, где они тут делают все. Ну вот, кстати говоря, может быть, свет, тут лампочка есть, можно включить и посмотреть уже, собственно говоря, этот процесс. Они уже очистили стены, значит, потолок, пол отбили. Вот, тут оказывается у нас такая вот щель. Я даже и не знал, она довольно-таки это глубокая, ну стык, точнее, вот плит, вот такой вот стык идет. Оставили, значит, там кран. Это, к слову, что мать, она хотела как бы оставлять этот же кран. Вот сейчас они его там сделают, и его, то есть, возможно, будет очистить. Ну, тут как-то так. Тоже щель, оказывается, между плитами щели. Ну, дом еще советской там постройки, 80 какой-то второй, по-моему, год. Вот, так что такой вот процесс, вот так вот. Сейчас пока все это выглядит, в общем. А, ну еще тут я еще, то есть, не дошел до комнаты. Здесь, в этой, в комнате у них почему-то тут, то есть либо это само свалилось, либо им это особо тут не важно. Они здесь замешивают, значит, там раствор. Вот у них стоит вот это вот оборудование. Там какое-то еще, ну, какое-то еще вот оборудование есть. Какой-то опрыскиватель, что ли, или как это называется. В общем, ребята тут все закрыли основательно, в общем. Ну вот все, это закончился уже, значит, ремонтик. Вот, ну тут, конечно, то есть нужно будет потом это, значит, как-то обойки, ну то есть найти, доклеить. Вот, и там пороги тоже, в общем. Но здесь обои как бы даже и встык, и ничего. В общем, это сама дверь, то есть такая же, как и в спальне вот в этой. Так, ну и похожая, как и в принципе еще в зале. Вот такая же дверь, например, на вот там. В общем, ладно. Теперь сама ванна. Что получилось? Так, получилось, в общем, так, ладно, это я пока уберу. Так, это получилось вот такая сушилочка, в общем.
сушилочка. В общем, сушилочка. Вот они, то есть не стали эту стену, это самое, скажем так, штробить, а сделали вот такой вот уголочек, в общем-то, декоративный. И вот туда запрятали эту трубу с, значит, там, горячей водой. Ну, в принципе, вроде как и так ничего, собственно говоря. Собственно говоря, то есть такой вот выступ, то есть небольшой. Здесь может быть сантиметров где-то, ну, скажем так, 10. А здесь одно того меньше, 7 может там. Вот, я наставил, чтобы это сделали вот розеточку выше шкафчика. Шкафчик, собственно говоря, открывающийся. Такое зеркало тут, в общем. Так, тюльпан. Тюльпан, и снизу тоже как бы вот такие полочки. Такие дверцы с полочками. Смеситель, значит, новый покупали. Фирма, значит, Миларда. Вот, эта фирма, это филиал, это очень хороший, там, питерская фирма Иддис. В общем, тут сделали прям этот притык. Ну, это с тем, чтобы он гусак, то есть так вот максимально, значит, там, скажем так, доставал до центра, в общем, но, ну, он-то, конечно, до центра он чуть-чуть, то есть, не достает, но этого особо и не нужно. А у нас есть щелочка, то есть, между вот. То есть, также эта ванна стальная, это я уже показывал. Вот экран, есть экран, то есть, можно он, значит, вот так вот двигать его с тем, чтобы... тем, чтобы туда что-то засовывать. Так, розеточка здесь для стиралки. А, значит, это потолок 4 светильничка. Значит, натяжной, кажется. Натяжной. Ну и вот тут вот по центру этой ванны вот как бы в два, значит, ряда декоративные. То есть, ну, такие вот, скажем так, клеточки, то есть именно вот на этой вот как бы на части стены, ну потому что здесь уже особо она бы все равно, то есть не была бы так видно, но вот у нас, конечно, идет и по всему периметру, а здесь решили, что вот именно столько и хватит. Ну, в принципе, оно, скажем так, резон есть из-за того, что здесь возможно будет еще полочка, может, когда-то вот на этой стороне, то есть если будет, то есть необходимость туда что-то ложить, то полочка будет. Вот как бы это ремонтик хороший, то есть пол, то есть не показалось, что, то есть на полу там плиточка. Ну все в таком стиле, в светло-сером, в общем, светло-сером стиле каком-то таком. Вот, что-то тут мать эту штучку что-то вытащила. Почему-то, не знаю почему. Ну, вытащила. Она, то есть, по идее, закрывается, открывается. Может быть, что-то там сломалось, не знаю, точно. Не знаю. Ладно, я у нее еще там уточню. Ну, ванна стальная, она на всю жизнь, в общем, скажем так. Ну вот на этом, в общем-то, и все. То есть, значит, за ремонт еще, то есть, дополню, она сказала, что где-то вышло 1180. Это вместе с вот работой, потому что работа вроде бы, ну, 1070 там у нее, кажется, она говорила, вышла.